На трассе Уфа-Оренбург в Стерлитамакском районе республики после реконструкции открыли участок дороги, а также новые объекты дорожной инфраструктуры. Общая стоимость работ – 280 миллионов рублей. Как сообщили в управлении автодорог Приуралья, за срок больше года специалисты смонтировали водопропускную трубу и трубу для проезда техники, а также для пропуска вод ручья. Также укрепили русло ручья и благоустроили прилегающую территорию. Этот объект примечательный тем, что здесь использована технология, связанная с устройством гофрированных металлических труб. Значит, параллельно две трубы, одна диаметром 6 метров, другая 3 метра. Значит, для проезда сельскохозяйственной техники у нас одна получается труба, и для прохода скота, который здесь есть в районе, и для пропуска ручья, который называется Яман-Цас. Федеральные дорожники планируют продолжить капитальный ремонт и реконструкцию полотна на трассе Р-240 Уфа-Оренбург в 2018 году. Приведение в нормативное состояние еще 118 километров трассы позволит увеличить пропускную способность федеральной дороги до 30 тысяч автомобилей в сутки.